по камне навигатор. Правится, здесь высоко. Их творение показывает путь внутри здания, пока только для студентов вуза от кабинета в кабинет. Когда не очень много времени, мне нужно найти какой-то конкретный магазин или еще что-нибудь, то вот такая система навигации будет очень полезной. Она кроссплатформенная, она может работать на всех смартфонах. Они еще не волшебники, только познают азы точных наук, но уже обещают сотворить чудо, необъяснимое для большинства, но понятное им, студентам, вундеркиндам. Маргарита Гарилова, Денис Авдеев, Елизавета Максимова, Мир 24.